считаю Беовульфа ведущим американским литературным портретистом своего поколения. Его фотографии американских писателей, которые представлены здесь, подтверждают эту оценку. Завтра он проводит мастер-класс для всех, кто любит фотографировать. Надеюсь, что на фотографии Беовульфа вы сможете узнать законы об американских писателях. Среди этих фотографий есть и фото одного из моих любимых американских писателей, Кормак Маккарти. Он здесь. Я читаю его роман «Blood Meridian». Самый хороший роман о Западе США 19 века. Как Беовульф знает больше, чем я. Кормак Маккарти очень сложный человек. И не любит общаться с людьми. И тот факт, что Беовульф смог сделать его портрет, говорит многое. Я рад, что что есть возможность организовать эту выставку сейчас, когда отношения между нашими странами непростые. Политические проблемы существуют, но нет и не может быть проблем между нашими народами. И для этого очень важно, чтобы такие культурные связи между нашими странами продолжались. Еще раз хочу поблагодарить коллег из музея Достоевского и Беовульфа. Спасибо большое.